Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить сочные вкусные тефтели в ароматном соусе. Вам наверняка захочется повторить этот рецепт тефтели снова и снова, так как тут у нас есть с вами секретный ингредиент, от которого ваши тефтели просто будут таять во рту. Как вы видите, ингредиенты очень простые. Наш секретный ингредиент — это картошка. Берем одну картошку размером как ваш кулак примерно и натрем на среднюю терку. У меня 600 грамм фарша. Добавляю к фаршу картошку. Также добавляем яйцо. Так как у меня яйца маленькие, поэтому добавляю 2. Вы можете смело добавить только одно. Также у нас теперь соль и черный перец по вкусу. И все хорошо это перемешиваем. Фарш на тефтельке мы приготовили. Все, теперь займемся нашей подливой. Нам понадобится одна крупная морковка, пару луковиц и пару зубчиков чеснока. Морковку натереть на терку, чеснок и лук порезать. Теперь берем сковородку или кастрюлю, наливаем 5 столовых ложек масла, высыпаем наш лук с чесноком и обжариваем около 2 минут. Обжарили, теперь добавляем нашу морковь и тоже обжариваем около 3 минут. Пока обжариваются наши овощи, приготовим соус. Берем где-то 600 мл воды и добавляем туда 4-6 столовых ложек томатной пасты. Все зависит от качества вашей томатной пасты. Хорошо перемешиваем и выливаем это в нашу обжаренную морковку с луком. Пока наш соус закипает с овощами, мы с вами с помощью рук сделаем из фарша вот такие тефтельки. Размер может быть разный, крупнее, мельче, как вы любите. Наш соус закипел, теперь добавляем сюда соль, щепотку сахара и можете свою любимую приправу. Я добавляла карри. Все это хорошо перемешать. Теперь добавляем наши тефтели. Мешать нельзя. Притишиваем огонь, накрываем крышкой и пусть под крышкой у нас готовятся минут 15. Через 15 минут убираем крышку, пробуем наш соус на вкус. Если не хватает соли, то добавляем соль, пусть покипят еще 10-15 минут и все, и выключаем огонь. Вот так легко и просто мы с вами приготовили отличный обед или сытный ужин. Как вы видели, готовится легко и обязательно в фарш добавляйте картошку. И вы посмотрите, какая это вкуснятина. Всем пока-пока и хорошего настроения!